Сколько? Что говорили представители, какие щитки должны быть и сколько их одето? Там посмотрите. Хорошо, я говорю вот на тот. Посмотрите, голеностопы не должны находиться на ногах. Только одни щитки. Было сказано в начале турнира сегодня. Каждому представителю. Третий, внимательно смотрите. Поверните, поднимите ножку и посмотрите. Отлично! Помните, сейчас левой кинет!
сына. Единогласное решение судя, держал в теле Евгений. Кстати, ну, извините.